Сегодня в Харцизске митингом у мемориала воинам-интернационалистам отметили 39-ю годовщину ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Для жителей города, особенно для тех, кто знает об афганской войне не понаслышке, давно уже вошло в традицию собираться у памятника два раза в год – 27 декабря и 15 февраля. Декабрьские и февральские митинги, посвященные диаметрально противоположным событиям афганской войны, все-таки во многом схожи. У памятника харцизянам, погибшим в чужой, хоть и дружественной тогда стране, всегда вспоминают о потерях. За 10 лет войны из Афганистана не вернулись 15 тысяч военнослужащих. Родина приказала, и солдаты, и офицеры советской армии пошли выполнять свой интернациональный долг, проявив при этом отвагу, мужество и героизм. Они выполнили свой долг с честью и достоинством. Тысячи бессонных ночей матерей, отцов, которые ждали своих сыновей. 10 лет шла эта война. К сожалению, в Большом Харцизске были погибшие ребята, выполнявшие интернациональный долг. Сегодня мы вспоминаем о них, о ветеранах, о семьях ребят, которые служили, о семьях ребят, которые погибли. Мне хотелось бы в этот день вспомнить о ветеранах Афганистана, которые и 4 года назад, несмотря на свой возраст, взяли в руки оружие защищать свою землю. Последние 4 года, условно мирные для Харцизска, но, безусловно, военные для страны в целом, на подобных мероприятиях принято отдавать дань памяти и нынешним защитникам родной земли, тем, кто уже никогда не вернется домой. Мы их никогда не забудем. Они воевали, они погибли, отдавая жизнь своей родине, своей присяге, своего края, своего народа. Мы их благодарны до конца наших жизней. Минута молчания и возложение цветов. Каким бы ни был сценарий мероприятия, эти два пункта остаются в программе митинга неизменными.